О главных темах и событиях в Архангельской области расскажем прямо сейчас в студии Анна Рязанова. Вчера в городе Мирный началась праздничная программа в честь 60-летнего юбилея космодрома Плесецк. К слову, это самый северный космодром в мире, и он расположен именно в нашей Архангельской области. Днем его основания считается 15 июля, когда первый командир «Ангары», так назывался военный объект, полковник Михаил Григорьев, подписал приказ номер 1 о вступлении в должность. Сегодня Плесецк занимает почти 180 тысяч гектаров. Со стартовых площадок космодрома произведено более 1500 пусков ракет-носителей, выведены на орбиты свыше 2000 космических аппаратов, испытано 11 космических ракетных комплексов. Сейчас в Мирном работает наша съемочная группа. О первых торжественных мероприятиях по телефону рассказал Алексей Шемякин. Здравствуйте, Анна. От 60-летия первого государственного испытательного космодрома Плесецк и города Мирного здесь начали отмечать еще вчера. Ветеранам Великой Отечественной войны, труда и космических войск вручили юбилейные медали. Сегодня с утра в Центральном парке Мирного была вскрыта капсула, заложенная 40 лет назад теми, можно сказать, первопроходцами космоса на Северной Земле. В ней было обращение поколению 2000-х. В послании говорится, каким бы хотели видеть город поколение 50-х, 60-х, красивым, современным, конечно. Ну а космодром должен выполнять важные государственные задачи. И спустя много лет те, кто приехал сюда на праздник, и все мы понимаем, что это послание потомкам, конечно же, свершилось. Космодром Плесецк живет, выполняет госзадачи. Здесь проводят в среднем по 5-6 запусков ракет в год. Ну а сам Мирный, вот по нашим наблюдениям, вполне можно назвать городом-садом. Заложили сегодня и новую капсулу с посланием уже тем, кто будет отмечать столетие космодрома и города в 2057 году. Также сегодня руководство космодрома, многочисленные гости, которые приехали практически со всей страны, власти Мирного, простые горожане, возложили цветы к вечному огню, открыли памятник первому космонавту мира Юрию Гагарину и открыли аллею бюстов всех начальников космодрома, кто стоял у космического руля Советского Союза и России, начиная с 1957 года. Это генерал-лейтенанты Штанько, Алпаидзе, Журавлев, генерал армии Яшин и генерал-майор Овчинников. Сейчас в городе будет еще открыта аллея промышленности, ну а вечером состоится торжественное собрание, посвященное круглой дате 60-летию космодрома и 60-летию города Мирного. Но об этом мы уже, я думаю, расскажем в вечернем выпуске новостей. Анна. Спасибо, Алексей. В следующих выпусках будет новая информация от Алексея Шемякина. А сейчас в Архангельск. С сегодняшнего дня прекратил работу маршрут номер 22. Напомним, автобус курсировал от улицы Силикатчиков до 22-го лесозавода. Причина такого решения – окончание срока действия карт маршрута и отсутствие оснований для выдачи новых. В городской администрации обещают, на доступности пассажирских перевозок изменения не скажутся. На данном направлении проходит порядка 5 маршрутов, которые смогут вывести всех пассажиров. В частности, существует 65-й маршрут. Мы увеличим количество автобусов, так же, как и 9-го, и 44-го, и 43-го. То есть возможности для выезда пассажиров будут. Есть, правда, одно «но». Ни один из автобусов-заменителей не ходит от Силикатчиков до 22-го лесозавода. И тем, у кого есть потребность проезда от первой до конечной остановки отмененного 22-го маршрута, теперь придется добираться с пересадками. А это уже не 21, а 42 рубля в одну сторону. Чтобы охватить другие выпадающие пункты, с сегодняшнего дня автобусы 44-го маршрута заезжают на Дачную, Воронина и Папанина при движении в обоих направлениях. А с будущего понедельника, 17 июля, схему движения изменят и автобусы маршрута номер 9. Они будут курсировать по улице Адмирала Кузнецова и Терехина. В САФУ сегодня завершает свою работу летняя школа перевода. Форум такого масштаба Архангельская земля принимает впервые. В этом году школа собрала 176 человек из 31 города России. Также среди гостей представители Словакии и Швеции. На протяжении 4 насыщенных дней студенты, преподаватели, работодатели и практикующие переводчики обмениваются передовым опытом. Это вообще устный переводчик, как я учу своих студентов, это как сапер, у него всегда один шанс.
сделать то, что он делает. Либо его люди поймут здесь и сейчас, то есть через него поймут того человека, чьим голосом является переводчик в данный момент, либо нет. На ежедневных занятиях преподаватели делятся с учениками секретами финансово-экономического и даже военно-технического переводов. Интенсивная программа летней школы держит в тонусе всех без исключения. Мастер-классы письменного перевода тут же сменяются тематическими семинарами и панельными дискуссиями. В селе Барок Виноградовского района прошел необычный спортивный турнир. На дистанцию вышли косари. Не то что в районе, в области такие острые во всех смыслах состязания прошли впервые. Материал Артемия Заварзина. Мастера косьбы уверенным шагом идут в поля, бодро и с азартом. Ведь не каждый раз приходится ставить стога, да еще и дипломы за это получать. Участники состязались по косе 100-метровой полосы. Группа односельчан, она же жюри, оценивала спортсменов по нескольким критериям. Время прохождения 100-метровки, длина скошенной травы. Каждому члену жюри выдается оценочный лист, в котором по каждому критерию ставится максимум 5 баллов. Косари на спортивный праздник съехали со всего района. Были даже гости из Северодвинска. Вот и Диана Арсентьева из города Корабелов на лето приехала в родительский дом. Первым делом, по традиции, всегда берет в руки косу. Прокашиваю там этой же косой к бане, значит, к колодцу. И еще хожу за ключевой водой. Рано или поздно ручной труд возвратится на круги своя. Одна дистанция, но скорости и методы у участников разные. Кто-то хочет пройти быстрее всех, кто-то не спеша, но качественно выкашивает каждый сантиметр. Одним из первых покосную 100-метровку преодолел житель поселка Кургамень Сергей Чураков. Я с детства этим делом занимался. Раньше родители корову держали, поэтому надо было сено косить, но не было никаких электрических машин. Вот, и поэтому косили, а сейчас просто для интереса и разминка. Не побед для, а интереса ради собрались участники на областной турнир косьбы. Но косой можно проложить пути на федеральные состязания. Международный турнир косарей 6 лет проводится в Свердловской области. Уральские просторы уже следующим летом ждут поморов. Навострить лыжи, вернее, наточить косы, можно в поселок Арти. Именно там в 1809 году впервые в России началось производство сельхозорудий, а теперь проводятся соревнования по косьбе. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. В грядущие выходные – крупная дата для истории России. 250 лет назад по инициативе императрицы Екатерины II начала работу законодательная комиссия. Ее современный аналог – Государственная дума. Одним из первых депутатов и ярких представителей северного крестьянства был наш земляк, уроженец Красноборской земли Василий Ключерев. Место его захоронения обнаружили совсем недавно – у южной стены Черевковской Свято-Троицкой церкви. Об этой и других историях, которые хранят церкви в Красноборском районе, материал Елены Кермич. Сегодня Василий Ключерев, представлявшим в законодательной комиссии черносошное крестьянство, напоминает белокаменная могильная плита. Она была обнаружена случайно. 3 года назад при расчистке территории Черевковского Свято-Троицкого храма трактор срезал верхний пласт земли. Впоследствии рядом было найдено еще одно надгробие, гораздо большего размера. Внимание привлекла надпись «Человече, зри, знак каков, завтра сам будешь таков». Стало понятно, сделано весьма значительное открытие, связанное с историей русского севера 17 века. Оказалось, что вот эта плита, она могильная плита родственника Ключерева Василия Васильевича, который был известен тем, что он, ну, по сути дела, первый народный депутат, так можно сказать, причем первой думы. Имя еще одного земляка, жившего уже в наши дни, увековечено в Белой Слуде. Местные жители говорят, к могилке известной целительницы Вере Зашихиной приезжают просители со всей страны. Мемориальный комплекс расположен на территории древнего Белослудского погоста. Еще в начале 20-го столетия здесь, бок о бок друг другу, стояли 3 храма. Они были предметом восхищения многих выдающихся исследователей деревянного и каменного зодчества. Когда-то эту церковь мечтали перевести в музей Малой Карелы. Она должна была стать первым экспонатом, но, к сожалению, в 1963 году она сгорела от удара молнии. О ней напоминает только крест. Он был поставлен год назад силами участников 6-го православно-патриотического слета юдокраеведов Поморья. Сегодня из 3 на древнем Белослудском погосте остался только 1 храм и единственные в районе уцелевшие ворота.
Уникальным с исторической точки зрения является и храм в Уфтюге. Это правобережье Красноборского района. Церковь Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге – самая величественная на русском севере. Этот храм деревянного зодчества был построен в 1785 году без единого гвоздя. Его высота достигает 43 метров. Сегодня внутреннее убранство храма восстанавливается за счет местных жителей. Усердиями прихожан была и построена эта церковь. Ей более 230 лет. Она носит имя святого воина Дмитрия Солунского. Сегодня это единственный шатровый храм, сохранившийся на территории Архангельской области. И один из немногих, подлежащий реставрации. Была последняя реставрация в течение 7 лет. С 81 по 87 год бригада реставратора Попова. И вот с тех пор наш храм радует нас и всех, кто приезжает на него полюбоваться своей величественностью и красотой. В приоритете была подлинность, а потому во время реставрации специалисты использовали методы и стили тех времен. Елена Кермич, Олег Сивачек, Архангельское телевидение, Красноборский район. В региональной службе исполнения наказаний проходит смотр молодых специалистов. Выпускники ведомственных вузов уголовно-исполнительной системы прошлых лет показали на сборах, чему научились за год. Первое – строевой смотр. На нем оценивали внешний вид и выправку сотрудников УФСИН. Затем были испытания на физическую силу и выносливость, меткость в стрельбе. Сегодня будут тестировать психологическое состояние лейтенантов. На отдельной площадке молодые практики обсудят вопросы служебной деятельности с представителями регионального управления. Работа в уголовно-исполнительной системе трудная. Приходится работать с людьми, которые преступили закон, которые не один раз уже приступали этот закон. Поэтому это не всегда молодым специалистам на всех слетах молодых специалистов. Я говорю, что выдержка, в первую очередь выдержка и неравнодушное отношение к этой категории. По итогам слета выберут лучших молодых сотрудников УФСИН. Такие новости сейчас в регионе. До встречи в 16 часов.